Дорогие друзья, продолжаем разговор о современной русской жанровой картине. Я вам хочу представить еще одну свою картину, которая тоже благополучно отправилась на склад после всех выставкомов. Картина называется «Затянувшийся сон». Она тоже картина-символ. Картина, в которую я как художник хотел вложить смысл. Понимаете, вот она тоже отразила время, особенно вот 90-е годы. Да и, в общем-то, эта тема тянется и по нынешнее время, когда нам хотят внушить какое-то чувство вины перед всеми народами буквально. Вот. У нас хотят, более того, у нас хотят отнять историю, славную, удивительную историю, да, имевшую темные страницы, но это великая история. По этой истории можно определять, что этот великий народ мог создать ее. Она выразилась всем, и в победах, в ратных делах, и она выразилась в культуре, понимаете? И вот так просто нам сейчас, вот уже четверть века, внушается со всех сторон, что мы как-то должны каяться, повиниться. Не за что нам каяться. Каяться можно только перед Господом Богом, понимаете? А все остальное, это просто ложь, вот нас уводит в сторону. И здесь я хотел показать, что вот этот русский богатырь, этот русич, вот он так лежит вот в этом затянувшемся сне. И он может проспать всю свою историю, славную историю. Она древняя, начиная еще с тех богатырей васнецовских, с трех богатырей. И она двигалась дальше. Войны, победы, полет Гагарина. Какие славные страницы, какие вехи. Именно об этом и была написана эта картина. Она также благополучно и прекрасно прошла выставком в Москве на всероссийскую выставку. Поверьте, она просто на ура тоже прошла. Потом ее благополучно оттащили на склад. Но потом я ее на своих персональных выставках показывал. Люди понимают, о чем идет разговор. Люди достаточно... Наш зритель очень умный. Наш зритель ждет такие картины. Я вообще хочу сказать, вы, русские художники, особенно молодые, старайтесь писать большие картины. Большая картина, она сразу же вас настраивает на серьезную тему. Это совершенно точно. Вот я по себе это знаю. Будем стараться соответствовать высокому званию русского художника.